sento bene. Spengo la luce. Чарующая атмосфера. Италия сама пришла в Новосибирск, и легендарная бытовая техника «СМЕК» во всем великолепии предстала для сибиряков. Открытие стильного шоурума «СМЕК» в Новосибирске состоялось 22 апреля. Золотые ножницы вложили в женские руки руководителя подразделения компании в сибирском регионе. И почетное разрезание ленты Елены Константиновой прошло в сопровождении Даниэля Мартиница, директора по развитию бизнеса, и Романа Мусаханяна, генерального директора компании в России. У нас есть 18 дочерних компаний по миру. Скажем, развитие достаточно новое, потому что 10 лет назад у нас были только 6. Мы собираемся открывать еще 2 дочерние компании. Я не скажу где, потому что пока это секрет. Но помимо этого есть дистрибьюторы по всему миру. И порядка 200 стран, на которых мы присутствуем. Изначально целевыми клиентами на российском рынке были специалисты в кухонном бизнесе. Мебельные фабрики, салоны, дизайнеры, архитекторы. Безусловно, их авторитетное мнение способно донести до заказчика все преимущества новаторских идей и стильных технологий. Когда стало невозможно игнорировать кухонное развитие интернет-продаж, в базу компании добавились проверенные игроки сетевого пространства. А с появлением 1,5 года назад малой бытовой техники к продажам подключились федеральные сети бытовой электроники. Помимо этого, некоторое время назад мы стали развивать формат ритейла нашего собственного. На данный момент это наш 5-й шоурум, который находится, который открывается здесь, в городе Новосибирске. Говорить о дальнейшей экспансии на восток, наверное, рано. Новосибирск пока будет тем городом, где мы остановимся пока в развитии ритейла. Экспозиция высоких эстетических и технологических стандартов разместилась в новом салоне на 280 квадратных метрах. В день торжественного открытия все пространство шоурума представило собой родину Made in Italy дизайна. Рим олицетворял собой амфитеатр Флавиев, на фоне которого гости с удовольствием фотографировались с гладиатором. Карнавальная маска, атрибут праздничной Венеции, украшалась по желанию и примерялась по настроению. Флоренция – еще один прекрасный интеллектуальный город для творческих людей. Свою мечту каждый художник представил по-своему в мини-гравюре. Спетые куплеты не сонеты Шекспира, но где, как не в городе любви Ромео и Джульетты, воспетых Вильямом, выступать музыкальному коллективу. Штрих-код на миниатюрной сцене Вероны. И вот мы уже в столице моды Милани, а гости – настоящие звезды на обложках глянцевых журналов. И, наконец, в зоне кулинарной студии «Неаполь» – родина пиццы и специально приглашенный из Москвы шеф-повар и телеведущий Сергей Кузнецов. Он умеет не только вкусно готовить, но и знает, с какой стороны подойти к 6-комфорочной плите и какие ингредиенты выбрать в 2-створчатом холодильнике итальянского бренда. Какими качествами обладает вот эта вот техника и что вам нравится? Ну, прежде всего, мне нравится то, что как она выглядит. Да? То есть не каждая техника красиво выглядит и работает соответственно, да? То есть качественно. Вот. А в ней вот сочетается вот как раз и красота, да, и ее характеристики технологические. Одним словом, стиль. А может быть, в 3 словах? Стиль, качество, ну и, естественно, дизайн. Это надежность, это стиль и это экстравагантность. Эффектно, красиво и надежно. Это профессионализм, прежде всего. Это качество и красота. Однозначно, это... А можно, о СМЕКе можно говорить много, конечно, но вот раз вы говорите 3 слова. СМЕК производит красоту, на самом деле, да? И изделия СМЕКа, ну, это на самом деле эстетически и технические решения любого вопроса. Да? Получается, что
Я не могу сказать, что у Смега стиль превышает функцию, например. Да? Оба очень важны, потому что у Смега есть порядка, ну, очень много инноваций, очень много патентованных решений. И с другой стороны, есть уникальные приборы, которые всем нравятся. Ретро-стиль 50-х, пожалуй, самый знакомый и такой уютный, который любят в России. Весьма интересным и эксклюзивным вариантом может стать новое сотрудничество с законодателями моды Dolce & Gabbana. 100 холодильников этой серии будут расписаны вручную дизайнерами в традициях родной им Сицилии. Смэк – это премиум-техника. Когда мы слышим слово «Италия», да, мы представляем себе что-то красивое. Соответственно, Смэк – это годовая техника премиум уровня, разработанная совместно с ведущими дизайнерами и архитекторами мира. Что еще можно сказать по поводу нашей продукции? Наверное, то, что такого ассортиментного ряда, как основной продукции, так и аксессуаров к ней, пожалуй, на российском рынке не сможет предложить никто. Здесь вы можете увидеть и классику, и лофт, и минимализм, и хай-тек. Каждый сможет подобрать себе по вкусу, исходя из того, какой интерьер в его квартире или частном загородном доме хозяин решил воплотить в жизнь.